день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженным. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике, за текущие сутки зарегистрировано 99 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей Республики таких случаев выявлено 59. Продолжается выявление случаев, 7 случаев выявлено в Мегино-Кангаласском, Вилюйском улусах. Также 5 случаев выявлено в Амгинском, Усть-Алданских улусах. По 3 случая выявлено в Верхневилюйском, Мирнинском и Сунтарском. В Нерюнгринском, Татинском и Хангаласском выявлено по 2 случая, в Алданском и Жиганском по 1. На настоящий момент необходимо обратить внимание, что все, кто выявленные случаи, относятся к категории семейных контактов, и ряд выявленных случаев относятся к корпоративным контактам. За сутки лабораториями учреждений здравоохранения проведено 2895 исследований, и всего с периода пандемии обработано 1 146 503 теста. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, несмотря на то, что в наших районах выявляется небольшое количество случаев новой коронавирусной инфекции, тем не менее необходимо сегодня акцентировать внимание все-таки на наши северные улусы, да, где хорошо идет вакцинация, но на настоящий момент в Якутскую республиканскую клиническую больницу у нас поступила беременная. И еще раз обращаю внимание беременных, что очень важно, чтобы члены семьи ваши сохраняли, значит, непосредственно сохраняли вас, для этого вакцинировались, беременная из Северного Улуса. И на настоящий момент, конечно же, она получает соответствующее лечение в больницах республиканского характера. На настоящий момент увеличилась нагрузка на санитарную авиацию в республике. Количество вызовов по различным случаям, которые относятся к категории именно сложных, к категории тех, которые должны выполняться санитарной авиацией, увеличилось. В связи с чем еще раз призываем вас на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, независимо от того, в каком бы районе республики, улусе вы ни жили, и какое количество случаев не выявлялось бы на вашей территории. На 11 июня 2021 года в республику уже поступило 208 109 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию в республике прошли 183 403 человека. В целом в республике использовано 90% поступившей вакцины. На настоящий момент органами государственной власти, главой республики Саха-Якутия, ведется работа по получению дополнительных партий доз вакцины для проведения массовой вакцинации на территории республики. Особое внимание по вакцинации необходимо обратить на районы, в которых у нас намечаются республиканские мероприятия, эссе Халанхо и игры Манчара. Я вновь обращаюсь к гражданам и живущим, и тем, кто будет принимать участие, и гостям мероприятий в Алекминске, в Горном, и, соответственно, вообще любых, даже маленьких мероприятий. Пожалуйста, когда вы идете на общение с людьми, помните, что у вас есть способ защиты, такой как вакцинация. Наши учреждения здравоохранения ждут вас для того, чтобы вместе побороть коронавирус и для того, чтобы как можно больше сохранить население на территории Республики Саха-Якутия. К сожалению, несчастные случаи продолжают фиксироваться на территории нашей республики.